привет. Наконец-то жара спала. 1 числа августа. Вчера было плюс 30, сегодня всего лишь плюс 22. И так потихонечку пойдет на понижение. Жара это уже достала. Рыба не клюет. Сегодня я приехал на реку и буду ловить на джиг. Надеюсь, рыбка себя хоть как-то, но проявит. Погнали. Нашел прошлогоднюю приманку, вот такую. Поставил 6 грамм. Приманка на двойнике. Надеюсь, с первого заброса я ее не оторву. Щука за бок, что ли? Да, щучка небольшая. Вот они такие, наверное, здесь и клюют. Вот такая вот первая рыба. Дуй давай отсюда. Ну что, первое место принесло одну небольшую щучку, пускай и так, но значит участок рабочий. И сейчас буду продолжать ловить в этом месте. А там уже буду смотреть по обстановке. Не будет поклевок, будем перемещаться. Сегодня будний день, поэтому на реке практически народу никого нет. Что не может не радовать. Ладненько, поклевка. И рыба маленькая. И снова мелочь. Свалилась. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Вторая рыба. На приманку 3 дюйма. Грузик 6 грамм. Двойничок. В общем, пока не оторву, так и да, буду ловить. Сейчас перейду буквально метров 200 по реке на более глубокий участок. Ну как более глубокий? Если здесь 1,5 метра, то там 1,3 метра, не больше. Но по сравнению с этим местом, да, более глубокий. Там уже редкие коряшки на дне, поэтому приманку я уберу. Поставлю какую-нибудь другую на большом размере. 3,5 дюйма максимум. И грудик поставлю 8 грамм. И попробую там поискать рыбку. Вот такой прикорм нашел на берегу. Гречка, не пойми с чем. То ли это сыр какой-то творожный, то ли творог домашний. Что-то все это расплавлено, какая-то бурда. Кто знает, что это такое. Для кого самое главное эта прикормка, пишите в комментариях. Решил попробовать на твистер. Поставил 3,5 дюйма.
также 6 грамм. Попробуй ты старочек. На глубине не клюет, на миниках поклевывает, поэтому сейчас здесь еще прокидаю, запросов 10 сделаю и буду искать похожие места с глубиной небольшой. У берега поклевок нет, все поклевки далеко, еще ветерок поднялся. Прям в скрутку ударил. Щучка. Грузик поцарапал. Так. Клевка. Еле заметно. Плюс ветер еще поднялся, выбивает дугу, как назло боковой. Рыбка клюет, рыбка активная. Единственное, реализация хромает. Но тут уже ничто не поделаешь. Бывает такое. Бывает 5 поклевок, 5 рыб. А бывает 10 поклевок. И ни одной в руках не подержишь. Ух ты! Да иди, все равно отпущу. Стоять. Да что ты, какая резвая? Подожди, успокойся. Так, ну что, твистер работает. Мелячок работает. Будем продолжать. Сейчас только отпустим. Добрый путь. Время 7:15. В активе 3 щучки, пускай небольших. Но это здорово. Сейчас каждым днем рыб будет становиться все активнее и активнее. Водичка наконец-то будет остывать.
Ух. Смотрите, уже оброс в новом месте. Иди давай на берег, будем фотографироваться. Ну хочешь, слетай. А, злюка. Оп. Вот такая очередная щучка. Снова смеляка. С четкой, уверенной поклевки. Пойдем отпускать. Газуй давай. Интересно, где крупная прячется. Вот вопрос. Очередной участок с похожими условиями. Здесь даже еще мельче. Была рыбка. Снова на коричневую приманочку. Подсел без поклевки. И все, чей ее не все. Лошара. Ну что, видимо, пора сворачиваться и заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Время почти половина десятого, поклевки прекратились. Вот с 8 утра уже полтора часа поклевок нет. Видимо, была какая-то активность у рыбы. Понятно, что она еще вылезет, она поклюет. Вопрос, где и во сколько. А времени у меня ждать уже нет. Позарился прямо в грузик. Ветер усилился, я дошел до машины, сейчас собираюсь домой. Рыбалка удалась, рыбалка понравилась, пускай рыбка мелковата, вся 500-700 грамм, но тем не менее за 3 часа с 5 до 8 я получил почти десяток поклевок, пускай реализовал 4, но главное, что поклевки есть, рыба начала в Клязьме шевелиться, начала двигаться, начала активно питаться. Крупника не нашел, судака тоже, но почти в 10 часов у меня случилась поклевка судачья. Он оставил характерные отметины на грузике. Вот такие дела. И кому понравилось видео, традиционно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии для обратной связи. Всем пока, до встречи, скоро увидимся.